мышц. Так, у нас есть траблы. Мы уже патруля потеряли генератор. Теперь мы потеряли насос гидроусилителя. Поеду с нивоводами кататься. Хоть Нива, хоть надежная машина. Да вообще, смотри, в натяг. Но у него без вариантов. Без варианта, да? Тяжко? Работает вся группа мышц или нет? А раскачайте его за багажник. Нет, так если раскачать, снег мы уложим. Если тебя за багажник раскачать, чтобы умять. За пенек. Я просто брал убийца. Да, знаешь, направо. Да, налево. Я сейчас не подумал, но хреновый пенек для патруля. Борис Нива! За той? Да. А ну назад попробуй, Тарас. Сей добрый. А я думаю, не должен. Что такое? От напаячилась. Сюда. Давай, еще. Сейчас пойдешь, давай уже, на лебедке только сейчас чуть-чуть. Да добре. Да чуть-чуть так. Хорош! Оцепляем его. Сейчас полметра назад.
и под пеньком и выскакивай туда направо. Погнали! Правіше, видишь, хочет взять что-то там. Добре. Опыт! Даже здесь, в Карпатах, опыт не пропьешь. Тарас, дай більше назад, і набереш скорість, давай, ще, так і йдемо, руль не крутимо, йдемо, давай, ще, от отсюда починай вирівнюватися, руль вліво. Під'їжджайте аж до мене, я тут на сухому стою, тут накатано, під'їжджайте сюди. Руль чуть левее, Тарас. Давай, пробуй вперед-назад аккуратно. Не. Работа штурмана. Тарас, стой. Ты ЧП. Сейчас лечепом этого, Тарас. А ну попробуй чуть вперед, Тарас. Все, стой, сейчас зараз Руслан відійде. Попробуй назад на коксе, там только раз 5 метров від тебе сзади. Забраковали эту дорогу, от джиперы пошли, им лишь бы развернуться. Увидели немного снега, испугались, заочковали. Да, это не киевский клуб, коломойский клуб не тот. Правда, в Киеве столько снега нету, но болото мы не обижаем. Не, обижаем. А там, давай вправо, может, там где-то паркан завален, и там выедешь, когда смотри. Антон, убирал хабу або кулак. Заебись, там біля тої колибки ставте цей обід. Там є стіл, який збачив. Якщо дійсно хаба або кулак, ставте обід. Руслан, дай назад, він його треба вирівняти. Зараз чекайте, я мушу сам вирівнятися. Руслана сюди загоняємо. На патичок сюди, і пусть вас назад розверне.
Ребята, до кінця стане? Стане? Я тебе говорю, патрол это. У нас мінус кулак на одному патрулі. Хлопці, якщо ви зібралися до Карпат, ніяких патрулей. УАЗик, Нива, вот эта машина. А патрол, вот смотрите, вот, вот патрол. Що ми маємо? Или имеем? Не едет, ломается, дымит. Будем любоваться Карпатами. А между прочим, если не ошибаюсь, он там в дымке Петрос и Говерла. Говерла 2020, по-моему, метров, или 2080. Петрос пониже. А что она не едет у него? Руслан, выскакивай правее. Выскакивай под самые под Тараса туда и выставляйся правее. Руль левее чуть-чуть поставь, он у тебя вправо смотрит. Руслан и его патрол. Ну назад уже пробьешь свободно, давай. У нас заднеприводный патрол. А какого производства хабы? Турция, Китай? Хабы які? Турция, Китай? Бурштин. Бурштин? Я чув, що є хаби пожизненная гарантия. З доставкою. Це, блін, по-нашому. Стой, стой, сзади там у тебя пенек, это видишь, с левой стороны должен быть. Давай уже вперед пойдешь. Давай, давай, кокс он вывернет. Опыт. Руль вправо до конца и газу. Давай, 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 коксуй. Давай, 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 еще я, может, ничего не мешаю, выравнивай. Привет. А теперь
Сука, перемет здоровый, блин. А можно побить его раз 10 по метру так. А попробовать с небольшим коксом. А там тоже, смотри, один перемет, второй перемет. Здесь мы один перемет бьем и доезжаем до тех елочек. А там нам бить, блядь, три перемета, наверное. По метру. Не сильно большим коксом, по метру побили его. Бля, не бьется. Давай я выйду, будет проще биться, блядь. Минус стоп. Раз, стой, 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 Тарас, давай, вот где я стою, пробьем этот перемет и выйдем туда на дорогу. Давай, давай, еще назад, давай. Бьем. Лучше по прямой. Меня бросили. Я вышел с машины, и машина пошла. Вернись за мной, друг. Друг Тарас. А я, Бармалейка, а я. Кто знает, как можно вырезать пару машин с видео? Он даже не может доехать, этот раз. Еще один удар, и все, ты пройдешь. Заскакивай даже на тот бугорок сверху, чтобы за елочкой. Бля. Стреляли. Бугорок не дает идти вперед. Пробую колеса влево, стараться влево перед бугорком, да. Чуть-чуть разгон сделай назад. Еще чуть-чуть, хорош. Влево и погнали. Не, провалился. Все, пойдет. Еще чуть-чуть назад. Чуть-чуть назад, дай. Хорош. Хорош, давай. Давай. Только не без кокса в самом начале. Дай чуть назад, что-то уперся во что-то. Давай.
Давай назад 3 метра. Дай назад 3 метра. Подожди штурмана своего. Четыре два без турбо. Длинный, тяжелый, в обвесе. У Тараса все-таки легче машина. Плюс там моя эта консерва лежит. Хлеб, консерва, вещи. Я свои вещи раскидал как-то сорока по всем машинам. Видел? Я думал, что это только работает с УАЗиком. Работает? Так а что, если скользко, блин? Ну, вон, патрол на заднем приводе. Ну, пробить дорогу. На пробивку очень много времени уходит. Остальные здесь чик-чик-чик проехали и все. Ой, а в тюрьме сейчас макароны дают. А мы здесь лазим по мокрому снегу. По Карпатским горам. Вот эти, блин, ездят на машине. Говорят, мы так купили, нам так жарко. Штурманов побросали внизу. И потом что-то хотят. Ой. Простата. Все, кидаю же на лист. Я був перший так. Стоп. Уважать. Хоп, да. Все. Все, Хлазик, все нахуй. Так красиво размовляешь. Пойду. О, сельвера бахают, а? Точнее, едут. А вон три подоры. 37-е.
Не хватает тяги. Не, хватает. А да я с тобой проедусь, я никогда на такому не ездил. Да не, бля. Добрый. Добрый, добро брать назад. Там видишь диагоналку, бля. Что-то мы думали, что мы пробили, что дальше уже добре. Знаешь, дерева стоять, снігу много не буде. 你可拜你可拜 Стой, стой, стой! Давай лебедку смотаем! Давай лебедку смотаем, Тарас. Ну под низом, наверное, сантиметров 50 снега. А так провалится и все. Отойди, 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 назад, назад. Все, тут 30 метров, его забилет. Пойдет, пойдет. Не пойдет. Пойдет. Сейчас назад и пойдет. Да. Если не пойдет, еще. То пиды, не? Да, пиды, пиды. Если не пидят, то пиды, блядь. Пойдет. Не. Все, пиды. Да ну, он движется, двигается, смотри. Пашу, пробуй, блядь, так. Я буду пробовать. По яйцам? Не-не, по яйцам я уже кричил. Хорош! Бери правее, правее! Поможет. А что там дальше? А дальше колобанька. Все, дальше твоя. Идет. Валера. А что, этот не поедет на триподорах? Триподоры не едут. Или едут? Триподоры. Thank you.
Приехали джиперы, нарыли вот такого говна здесь. И теперь как будет местные здесь это ездить? А? Грибы собирать. Як? Вот як? Я приеду с женкой на Сан-Йонге, на 32-й резине, и что мне делать? Пішки. Со списати? Пішки. Пішки? Ну, добре. Эх, тачанка, раз тачанка. И 4 колеса. Там так жесткий перемет. Включай задний блок, Миша. А чего нема передних? Да пофиг, включай все равно. Уже передний не помогает. Все, стой, стой. Лебедимся. Миш, ты не попал до колеи. Не копай, не копай, не копай, Миш, лебедимся. Левый, правый, все, пойде. Раз, хватит влево. Да нормально йде. Почекай. Ты можешь затягивать и подтянем цей. Я бы еще спускал бы, блин. Да, да, да. Стой. Я не знаю, сколько ты раз сделал в колесах. Наверное, 0,8 или 0,5 даже. Все, пипец. А нам оттуда. От солнца садится. Надо. Ну, херня какая, идем одной машиной, бьем, а ее хватает для того, чтобы вторая машина, как правило, шла уже без лебедки. То есть первая машина рубится, а вторая, все остальные едут тоже своим ходом. Скорость не имеет. Давай пойдем вправо, да? Ну, как-то так. Машина без блоков, свободные дифференциалы. Может быть, с блоками машина и лучше поехала бы. Ну что, хорошо, когда без блоков, хоть не так рвутся, блин, гранаты. Ту-ту-ту. Вот это команда. Один штурман, второй, третий, четвертый, пятый и я. Сдай чуть назад. Тарас, дай чуть назад. Сервера не едут. Людям делать нечего, да? Приехать в горы и ездить по снегу. Вот это да! Я в шоке. Но я с ними. Фух. Уже упарились. Бля.